Из этого видео ты узнаешь, как создать свой собственный плеер в Зароблоке и воспроизводить аудиофайл в тильде. Создай Зароблок. Зайди в редактор и очисти его содержимое. Добавь HTML-элемент. Расположи его за пределами блока. Скопируй в него первый кусок кода и ссылки в описании. Перейди в LF Cloud. Загрузи свой аудиофайл. Скопируй полученную ссылку. Вернись в HTML-элемент и вставь скопированную ссылку сюда. Теперь нужно добавить кнопки управления плеером. Я буду использовать свои иконки. Задай нужный тебе размер. Для кнопки Play пропиши класс PlayButton. Теперь добавь кнопку паузы. Этой кнопке присвой класс PauseButton. Добавь кнопку Stop. Ей присвой класс StopButton. Выровняй иконки и расположи их где и как тебе удобно. Добавь еще один HTML элемент. Скопируй в него второй кусок кода. Это код для создания прогресс-бара с таймером. Его можно полностью стилизовать под себя. Прогресс-бар будет такой же длины, какой ты сделаешь этот HTML элемент. Расположить его можно где угодно. На опубликованной странице он будет находиться там, где сейчас находится верхняя граница HTML элемента. Нужно добавить третий HTML элемент и скопировать с него третий кусок кода. В нем будет находиться ползунок громкости. Как и прогресс-бар, его можно полностью стилизовать под свои нужды. Все свойства я объяснил с помощью комментариев. Здесь тот же принцип с расположением. Этот HTML элемент должен быть поверх других HTML элементов. После всех блоков создай блок P123. Скопируй в него последний и самый большой кусок кода и ссылки в описании. Опубликуй страницу. Подпишись на наш Телеграм и ВК, чтобы не пропускать обновления и эксклюзивные материалы, которые не попадают на YouTube.